Всех приветствую. Сегодня у меня Galaxy A7. Нет реакции на сим-карту. Судя по всему, поврежден сим-ридер. Сейчас мы его попробуем поменять. Включаем телефон. И ставим на сепаратор. До 110 градусов у меня разогревается. При 110 градусах буквально 2-3-4 минуты. И телефон снимаем. Снимаем дисплейный модуль. И дальше продолжим. Оставайтесь на связи. Обходим все опасные моменты дисплейного модуля. Это здесь вверху шлейф, здесь у нас разъем, поэтому время снятия учитываем все моменты, которые могут повредить дисплейный модуль. Стоит он денег немалых. Нажал на кнопку включения случайно.
Включаем. Отключаем разъем дисплейного модуля. Остался низ. Опасные моменты, вот этот вот шлейф верхний, когда вы вверху срезаете, обращайте внимание на этот шлейф, бывает, что рвут вот здесь, когда пытаются снять вот в этом месте дисплейный модуль, вот здесь можно легко порвать, поэтому очень внимательно. Не знаю, сколько на сегодняшний день стоит этот дисплейный модуль, я думаю, около 100 евро. Итак, наша задача разобраться с сим-картой. Сняли винтики, снимаем слот карты памяти. Включаем батарейку. Сейчас, говоря, не знаю, что там за слот, что за сим-ридер. Не менял еще ни разу, но я думал, что такой же, как и на третьем. Так.
Отстегиваем нижний шлейф. Да, такой же симридер. Так, посмотрим, что у нас здесь под защитным экраном, на всякий случай, чтобы не переборщить с температурой. Так, здесь у нас антенный модуль, ничего страшного, компаунда нету. Итак. Да, тут вырваны, отломаны контакты. Сим-карты. Поэтому будем менять полностью. Ну, по-моему, нашел. Да. Идентичный. Ну, вижу небольшие отличия. Ну, мне кажется, незначительные. Здесь вот пац. Здесь у меня его нет. Вот так. Все одно и то же. Итак, приступаем к замене. Ставить будем, снимать будем на этом держаке. Я думаю. Подойдет. Сейчас настрою зум. Градусов выставляю. Оторвали пятак, как видите, до нас. Видите, да, здесь нет пятака. Это немного усложнит задачу. То есть три верхних контакта, которые были вот вырваны, да. И вместе с контактом вырвали один пятак. Это не есть хорошо. Стараемся поставить либо перемычку, или можно будет припаять так. Сейчас
рассматриваю под микроскопом, что тут за контакт остался. Если можно будет припаять к нему, то припаяем к нему. Так. Для установки данного сим-ридера необходимо будет снять верхний экран. По-другому ее не поставишь. Экран, рычаг такой вот, который выталкивает сим-карту. И один вот такой вот. Итак. В общем-то, можно попробовать его припаять сюда, вот к этому контакту. Сейчас я посмотрю под микроскопом. Оставайтесь на связи. Итак, рассмотрела под микроскопом, припаять не получится. Это на системной плате, на этом месте остался кусок пятака, поэтому припаивать к нему не получится, припаять к нему не получится. Будем паять непосредственно к самому контакту. Сейчас я попробую приблизить. Я думаю, видно, да? Здесь в середине находится непосредственно сам контакт. Вот, а это всего лишь кусочек от пятака остался, который я сейчас уберу. Вот, и припаять будем непосредственно к самому контакту, к самому выводу, который находится вот здесь в середине. Сейчас буду ставить перемычку под микроскопом. К сожалению, снять не получится это все. Поэтому поставлю, покажу, что получилось. Ну и дальше продолжим. Видите, да? Медный контакт, точечный. Вот, оставайтесь на связи. Продолжим через 5 минут. Итак, припаял под микроскопом. Поставил перемычку. Очищаем системную плату от флюса. Thank you.
что у меня получилось. Один контакт, нижний контакт я припаял к пятаку, то, что от него осталось, ну и верхний край перемычки к самому контакту сим-карты. Сим-ридера, точнее, как видите. Так, собираем. Ставим рычаг. Еще один. Здесь, как видите, передние отвлекли меня немного. Здесь, как видите, передние направляющие две экрана сим-ридера выходят с другой стороны системной платы. Поэтому сейчас припаяем их с этой стороны. Посадили. Ну и дальше весь периметр Рычаг работает. Снова удаляем флюс. Убираем телефон, проверяем.
шлейф. Батарея. Динамик. Кнопка включения, коаксиальный кабель. Вот сим-карта, давайте проверим сразу. Вставляем сим-карту. Пристегиваем дисплей. Включаем телефон. Как видите, появился запрос пин-кода. Телефон принимает сим-карту. Все. Всем спасибо за внимание. Собираем телефон, возвращаем клиенту. За эту работу, друзья, мы берем немало, ввиду того, что не очень просто снять дисплейный модуль. Вот. За эту работу, плюс еще перемычка. Ну, об этом клиент, конечно, не знал, когда давал телефон в ремонт, да и мы не знали. Где-то 40 евро, учитывая стоимость телефона, стоимость дисплейного модуля, которые очень легко можно повредить, то есть есть риск того, что при неправильном извлечении дисплейного модуля можно повредить его. Поэтому такая цена. Итак, друзья, всем спасибо, я Дов, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, будем отвечать по мере возможности, оставляйте комментарии, всем удачи в ремонте, до новых встреч, до свидания.